Походу дела, Майнтау это последний ее сезон, потому что она принялась, она росла, и вообще все было замечательно. Но походу дела, так как я не закрыла ей варом подстрижку, что-то она подохла, мне кажется. Вот это что такое? А, это говно. Ну тут закрыла, но может быть пойдет. Ну что-то у меня такое чувство, что Майнтау сдохла. Очень древняя роза у меня. Уж не знаю, сколько лет, но чего, плакать-то не буду. Покупать этот сорт не буду. В общем, вот так вот. Что-то, мне кажется, она сдохла. А почему она могла сдохнуть? От холода, что ли? Ну, потому что у нее, она принялась, у нее все вот тут росло. Все тут росло. Вон он, зеленый побег. Ну, значит, я что-то виновата. Вон они. Засох. Тут были побеги, они вот такие вот были. И вот они замерзли. Рано принялись и замерзли. В общем, вот так вот. Рип. Покойся с миром, как говорится. Майнтоуа. Ничего он не ожил. Ничего он, как говорится... Ждала, ничего не нажил. В общем, видимо, там что-то с корнями произошло. Загнили ли они. Может, он не любит воды. Ну, в общем, здесь будет другая роза. Майнтауа, Рип. Последнее, как говорится, видео тебе посвящено. И, в общем... Ой, господи, что тут? И ты уходишь с моего... сада. Хотя красивая роза, ароматная, такого алого яркого цвета, ну такой красивый колор, как пионерский галстук, не оранж, не оранжевый цвет, не красный, это именно такой алый. Вот где она у меня, это самая, кстати, первая роза. Я покупала ее со Светлагун, чтобы она спасала меня от бандюков. Ну, в общем, видите, она вырастает до 3 метров. Что они тут пишут? До высоты 2,5-3 метра выходит. Цветы 2 раза цветут. Не сказать, что прям у меня обильное цветение было. Я ей посадила сюда, чтобы обильнее цветение было. Потому что она любит солнце. А солнца там не было, где она росла. В общем, вот так вот. Майнтауа. Все, пойду я тебя выкидывать. Там будет другая роза. Покажу, какая.